Всем привет! Сегодня приготовим легкий, нежный клубнично-муссовый торт Шарлотта. Для начала нам понадобится подготовить форму для бисквита. Делаем две полоски шириной 8 см. И круг 21 сантиметр. Теперь перейдем непосредственно к самим бисквитам. Белкам добавим соль, сок лимона. И будем взбивать миксером пару минут. Далее добавим сахар в 3 приема. И будем взбивать миксером до устойчивых пиков, или как их еще называют, птичьих клювиков. Потом добавим ваниль и желтки. В процессе все аккуратно перемешивая венчиком. Муку добавим в 2 приема и не забываем, чтобы сохранить всю воздушность белков, обязательно нужно помешивать аккуратно венчиком. Теперь готовое тесто перекладываем в кондитерский мешок. Тесто необходимо выдавливать от центра по кругу. Хорошо присыпав сверху сахарной пудрой, уберем в разогретую до 190 градусов духовку на 8 минут. Оставшееся тесто выдавливаем шириной 8 сантиметров в виде палочек. Затем, обильно посыпав сахарной пудрой, уберем в духовку. Даем бисквитам немного остыть. После удаляем пергаментную бумагу. Теперь подровняем наши бисквитные заготовки и все красиво и аккуратно укладываем в нашу форму. Для сиропа берем теплую воду, сахар, сок лимона, соединяем, хорошенько перемешиваем до растворения сахара. Для пропитки аккуратно смазываем данным сиропиком наши бисквиты. Для муссовой начинки у клубнички выбираем хвостики, потом все закладываем в блендер и пюрируем. При помощи сита устраняем все лишние семечки. Желатин зальем водичкой, перемешаем все хорошенько и оставим набухать. В отдельной чаше соединим сыр, йогурт и, перемешав до однородности, соединим с нашим клубничным пюре. Во второй чаше соединим холодные сливки с сахарной пудрой и будем с вами взбивать до жидких пиков. Теперь соединяем новые получившиеся массы. И добавим пару ложек в распущенный желатин, соединяем и переливаем в нашу основу. Залив всю получившуюся красоту к нашим бисквитикам, для стабилизации уберем в холодильник буквально на 5-6 часов. Удалив все лишнее,
перейдем с вами к украшению. Получается нереально нежный, легкий, тающий во рту муссовый торт, который, надеюсь, никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить этот безумно вкусный летний тортик. Желаю вам всем прекрасного, такого же яркого, солнечного, безумно счастливого лета. Приятного всем аппетита и всем пока!